Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня поиграем немножко еще в World War 3. Поиграем с тобой сегодня в командные, наверное, бои, посмотрим, что у нас получится в Берлине. Командный бой в Берлине, пойдем побегаем. Поиграем сегодня, ребят, за дробовик, попробуем поиграть, потому что я не знаю, может скрытый фикс его произошел, может не происходил скрытый фикс, но дробовик MSC, как там, CC, или как он там называется, он, в общем, дисбалансный. Вот этот вот дробовик, стандартный у подрывника, он, ребята, немножко дисбалансный. Давайте посмотрим. Зачем своих убиваете? Зачем своих-то убиваете, дурачки? Вот, он немножко дисбалансный. Господи, свои же своих убивать, дебилы. Так, а куда нам бежать-то надо? Нам туда, что ли, бежать-то? Я вообще здесь, кстати говоря, я на этой карте в командном бою, я первый раз. Хотите верьте, хотите нет. Я не знаю, какая у него скорострельность, я не знаю, у него ничего. Что у него как? Я вижу контакты. Да, ребят, дисбаланс нахуй. Дисбаланс, ребят, три хедшота, это. Три убий, ребят, дисбаланс, ребят. Пошел, блядь, контент. Ребят, дисбаланс нахуй. Все. Вот кто говорил, типа, да нет, нет, не дисбаланс. Ребят, ну вы сами сейчас все видите. Ребят, вы все сейчас сами видите. Вы... Ну, у него есть один минус. Он стреляет медленно. Да. Да, да, да. У него есть один минус. Ну, вы видите все, ребят. Все, все сами сейчас только что видели. Пиздец. Его надо фиксить. Ну-ка, на дальних дистанциях. Даже, наверное, на дальних дистанциях, мне кажется, убивает. Я немножко что-то как-то скованно, ребят, играю. О, господи, выгибашники. Знаете, меня чем раздражают? Я сам, да, я сам выгибаюсь, я знаю. Но знаете, чем меня выгибашники раздражают? Они думают, что это, наверное, круто. Некоторые, не все, но некоторые, наверное, думают, что это как-то круто, это как-то тактично. А на самом деле, в реальной жизни, в реальном бою никто так не делает. Ну, я имею в виду... Никто не делает именно... Никто этого не делает на открытой территории. На открытой территории, ребят, никто так не делает. Это кто? Ты что, дурак? Никто на открытой территории так не делает. Знаешь, как здесь многие игроки просто стоят, у них в прямой видимости вот так вот. Знаешь, они вот так вот стоят и вот так вот. Они вот так вот никто не делают в реальной жизни. В реальной жизни используют вот когда вот из-за угла вот так, да? Вот так вот, да, могут. Ну, то есть используют. Но вот так, когда у тебя в прямом контакте враг, вот так вот никто не делает, блядь, в реальной жизни. Но здесь пацаны это делают и думают, что это то ли круто, то ли чё. Вот. И, ну, некоторые. Некоторые просто, наверное, уже по привычке это делают. В общем, дисбалансное оружие, как ты понял, я уже показал в начале ролика. И мне это нравится. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Отходим. Дистанция не наша. Что-то я как-то упираюсь, блядь, в ящики, в хуящики. Куда ты, блядь, пошел со своим пулеметом? Что-то смотрят, что-то пистолеты, что-то меняют. Что менять? Дистанция не наша, короче, дробовик на ближней дистанции работает. А, кстати говоря, давай клейморчику поставим. Ага. Сам на своей-то подорвался. Подождем здесь? Кто-то идет. Мы побеждаем, только не расслабляться!
А, это наша. Чен Зенберг, конечно. Все, победа. В общем, ты видел сейчас с дробовиком, да, связано. Сколько мы там сделали киллов-то? Ты видел, да, что это за дробовик, ребят, так что не пользуйтесь им, ребят, не пользуйтесь, не надо. 8 киллов, ребят, настрелял и 3 смерти. Ой. Ты чё, охуел, слышь? Ты быдло, блядь. Сука. Попадание по союзнику. Конечно, попадание по союзнику. Он что, охерел, что ли? На батю нарывается. За дробовик, конечно, нужно играть более тактично. В том плане, то, что не нужно высовываться. Я что-то как-то скованно, знаете, играю как-то. Вот как-то вот прям, не знаю, как-то, знаете, бывает иногда прям... Бывает, знаете, прям... Играешь уверенно, да? А бывает прям, ну вот как-то... Бывает как-то не очень. Угу, обмен гранатометами. Угу. А лестница есть? Слышу. А, это наш? Это наш штопали, что ли? Я слышал это. Пойдем туда, что ли? Заходим, врываемся с двух ног. Ну, ворвались. Чуть не сдохли. Кому аптечку? Ну, ворвались. Мы побеждаем. Слышь, ножки. Нужна снаряга. Чё, блядь, происходит, нахуй? Ничего не понимаю. Сука, в меня попали. Я не понял, а чё здесь наши все сидели? Я чё-то ничего не понял. Тут наш, там наш. Чё-то кто-то с кем... Чего? То есть мы пришли к ним на респаун, я правильно понимаю? Мы пришли к ним на респаун, и... Наши, блядь, не понимают, что дальше делать. Тут наш что-то сидит. Так, отмечен врага. Оставим растяжку. Пошел нахуй. Давай, выходи. Мы побеждаем. Чувак, у меня дробовик, блядь. Чувак, извини. Вот аптечка. У меня дробовик, ну ты ничего не сделаешь. Еще одного ваншотнул, блин, не среагировал. Ну, я говорю, у меня что-то сегодня это, ребят. Как-то я не это. Нормально, видали, ваншотнул в голову через эту. Ой. Великолепно, ребят. Великолепный ствол, мне нравится. Будем играть с ним. Будем играть с дисбалансом. А что, руки когда из жопы, блядь, надо играть с дисбалансом. Мы побеждаем. Да, побеждаем. Как нас сейчас не въебали. Мне нужно быстро перемещаться и смещаться. Мина установлена. На короткие дистанции. Нужна снаряга. Ага, здесь наш, понятно. Знаешь, здесь никого. Застрял, блядь, в текстурках. Это кто? Это чё? Убили? Нормально. Нахуй, чувак, у меня, блядь, дисбаланс. Держи, подлечись. Вот это, ребята, ответ.
Вот это ответ нормально. Главное только прицелиться. Главное только нормально прицелиться. На карту вообще не смотрю, ребят. Кстати, знаете, что здесь нет? Здесь нет БПЛА в этом режиме. Вот что я заметил. Медик! Медик! А, нахуй. Дисбаланс. Тебе в лицо, блядь. Кончил пацану. А, нахуй, дисбаланс тебе в лицо. Слушай, охуенный ствол, ребят. Вот в командных боях охуенный ствол. Практически всрали, кстати говоря. Ты заметил, да? Победа, ребят. Вот такие вот пироги. А почему лучший игрок он? А я что, он 20 убийств сделал, а я сколько сделал? А я 15 убийств сделал и 4 смерти, между прочим. Ну, 5 смертей. Я вообще-то лучше. Че, пойдем еще в каточку в одну. Сходим в командный бой. Мне понравилось, ребят, мне понравилось. О, уровень можно так прокачать. Дробовик второго уровня. А что он дает, кстати говоря? Вот что, ну дробовик. А, боевой, ага, ну-ка, подожди-ка далее. Подожди, назад. Арсенал, снаряжение, подрывник. Нет, назад. Господи, тут 10 кнопок, блядь, догадайся, что нажать. Так, не сюда, почему-то, ну, здесь горит. Что он делает? Обнаружение противника, 12 метров, широкий конус. Повышает видимость в темноте. Легко заметен в темноте. Обнаружение противника. А как мы обнаружаем? В смысле? Это типа так, этот. На короткие дистанции в широком фокусе. Так, а обнаружен как будет? Легко заметить в темноте. Не, мы будем... Я, в принципе, и так всех вижу. Кого надо, я и так вижу. Режимы. Командный бой. Играть. Опять Берлин, ну ничего страшного, сходим. Заметь, здесь сколько новичков, то есть низкого уровня, ребят, не особо прокачанные. Вот, в основном, видим, крутые парни играют не в командные бои, а именно в битвы большие. Но мы с тобой сегодня поиграем в командные битвы. Ой, эти не в командные битвы, ну да, в командный бой. Дисбаланс, ребят, дисбаланс, пользуемся. Ребят, блядь, у меня дисбаланс, ребят, что делать? Скорострельность у него маленькая, то есть небольшая. На самом деле, надо ваншотить, сразу попадать. Вот. Надо сразу попадать. Вот такие пироги. Кстати говоря, что у меня по настройкам графики? Вот что меня беспокоит. У меня же что стоит вообще? А, высокая, высокая, средняя, средняя, высокая, высокая, понятно. Просто, ну, я думаю, может, чтобы FPS у нас один ливнул. А он с чем там был? Он тоже с дисбалансом был? Ну-ка. Блин, не успел посмотреть. Один чувак у нас ливнул. Уничтожить противника. Хорошо, сейчас уничтожим. Пойдемте еще побегаем немножко. Мне понравилось, ребят. Бой всего лишь 7 минут идет, так что... Может, сейчас так уже вести не будет. Возможно. Смотрите под ноги. Чтобы нам в спину не заходили. Дайте снарягу! Я очень какой-то растерянный сегодня, я не знаю. Оу-оу-оу. Ахтунг-ахтунг. Пошел нахуй. Дисбаланс в игре. И сюда. Гренейт! Какая нахуй гранейт? Зуб себе засунь гранейт. О, вот так и надо. Гранейт, говорит. Я у них на респауне. Бегут. Как же мне? Я торможу, да, ребят, тут скажут, у тебя заторможено. Я не знаю, что сегодня со мной. Что-то торможу. Видимо, какой ствол у меня в руках, такой я сегодня. Ой, то ли, ну, не разыгранный тормоз. Я же тормоз по жизни, ребят. Это как раз ствол для меня. Я тормоз и ствол тормознутый. Кто на перевязку?
А где этот пиздюк меня чуть убил? Где-то был тут. Мы проигрываем, поднажмите, хорошо. Сука дисбалансная, взял тоже дробовик, ты посмотри-ка. Ты посмотри на эту суку дисбалансную, вот тебе, блядь, тоже с дробовиками бегают, прикинь. Мне кажется, знаете что, ну, фиксить нужно дробовик, то есть я за фикс его, конечно же. Потому что игра перерастет, командный бой перерастет просто в бой на дробовиках. Со спины. Нет? Нет. Вот, то есть перерастет в бой на дробовиках, ребят. А это, наверное, никто не хочет. Это чья? Это не наш. А это чья? А, понятно. Это чья-то мина, короче, но она что-то как-то это. Так, Чё по пингу? По пингу тоже не очень все хорошо, ребят, у нас. Тебе пизда. Вы убили. Кот на моей этой растянулся на растяжке, ребят. Тебе пизда, говорит. Слушай, они тут очень часто любят что-то сидеть, да, на верхушке, я заметил. Давай здесь им поставим. Пускай сидят. О, минус хуй. Блять, не успел. Так. Пойдем поверху, понизу. Карты очень запутанные, знаете, такие. Карты очень такие запутанные. Туды-сюды. Чё, я вообще не понимаю, куда я бегу. Я, честно говоря, по интуиции больше бегу. Ну, на карту как бы смотрю, куда надо. Ну, карты пиздец запутаны. Медик! Алюфт. Ну, все на дробовики, видимо, блядь, перешли. Да, на дистанции, конечно, плохо. Ну, тут мы минку, кстати говоря, поставили. Может, что-то сработает. Тупо все на дробовиках, блядь. Дисбаланс сраный. Тупо дисбаланс. Хуя себе, это на дробовике, прикинь? Прикинь? Он меня дробовиком ваншотнул. Да, разработчики пока ничего по насчет этого дробовика не делают. Но ему, знаете, что надо уменьшать? Убойную силу можно оставить, в принципе. Но ему нужно, ребят, уменьшать... Куда нам? Нам куда-то туда. Ему нужно уменьшать дальность действия, ребят. Дальность действия у него, конечно. Осторожно, ставлю мину. Пизда. Дробовики пошли. Меня с дробовика убили. Дальность действия нужно убирать. Слишком большая дальность действия. Он слишком убойный на дистанции. Да, кто-то скажет, это реализм. Никого здесь реализма нет, ребят. Это просто компьютерная игра. В компьютерной игре должен быть баланс. Я сблудился. В компьютерной игре должен быть баланс, ребят. Та катка мне, кстати говоря, больше понравилась. Потому что я там доминировал. Блять. Я там доминировал. А тут я уже не доминирую. Тут уже все пронюхали то, что надо играть, блядь, с дробовиками. И просто ваншотить. Что-то там ругаются в чате про пинг, как я понимаю. Вижу одного. Шустрый зараза. Пошел в жопу. Аптечка! Так, смотри-ка, они что-то перешли на эти. УЗИ какие-то хренози. Что-то мне вообще уже не везет. Ну ты понял, в общем. Я донес смысл данного видео. Дробовики больно далеко бьют. Как по мне. То есть ваншотить на дистанции они не должны, конечно же. Мина установлена. Ага, с верхушечки сняли, замечательно. Ну все, они над нами вверх взяли. И наши что-то все сливаются. Да, проблемка. Медик, help me!
Можешь попробовать их обойти, в принципе. Где-нибудь по бачку, знаете. Мы проигрываем. Эй, у кого снаряга? Мы не проигрываем, мы отсасываем. Не путайте эти два понятия, проигрыш и подсос. Это часто путают. А чё можно с ней? А. Бегает тоже, блядь, минки ставит. Смотри-ка на него, блядь. Крыса. Сидит. Это наш. Наш табун бежит. Мы поменялись респами, так я понимаю. Да, да, да. Что у нас происходит? Тишина какая-то. Какая-то тишина. Можешь попробовать спуститься? Осторожно, ставлю мину. Можешь спуститься, пройти на ту сторону. Можешь теперь подхилиться. Вот аптечка. Угу. Подождать и пойти в бой. Наши более аккуратно начали играть. Вот здесь вот. Вот трахнули. Так, хорошо. Нужна снаряга. Он сюда пробежал. Нет? Я ж слышал топот. Эх. Ладно. Ну, здесь мы всрали. Ну, не все время выиграть, но суть видео я до тебя донес. В первой, особенно карточке, было понятно. Вот. А во второй тут тоже пацаны не тупые, как бы. Чем там? Че, сколько мы там убили? Ну, не так много, да. У нас, кстати говоря, больше смертей, чем убийств. Ну, потому что пацаны уже прохавали, что нужно делать. Вот, и как нужно играть. Ну, дробовики такое. Я бы их, на самом деле, пофиксил на дистанции именно. Они больно на дистанции ваншотят иногда. То есть ваншотить они, ну, не должны. Как по мне, да, классно, здорово. Классно, здорово, но... Чересчур, знаете, чересчур, ребят. Нет, 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 нет. Я нажал, чтобы вот так, да. Увеличивает отвод ствола, уменьшает время открытия огня после бега. Ну, вот это, кстати говоря, можно поставить. А здесь больше нечего, да? Блокировка. Так, модули. Это модули. Почему у меня здесь желтеньким горит? А, механические прицелы, что ли, что-то? Чего они тут это? Нахрен они мне здесь нужны? Мне просто не нравится, когда, знаете, вот эти вот меточки всякие стоят. Чего? Вот что у меня здесь меточка стоит? Непонятно. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Обязательно что-нибудь побегаем, поделаем когда-нибудь. Возможно, еще поиграем за великолепного подрывника. Можешь попробовать за снайпер где-нибудь поиграть. Ну, снайпер здесь из меня херовый, тем более с FPS-ом, с таким спингом. А, кстати говоря, бронежилет. А, у меня кевларовый броник еще стоял. Пистолетных пулей слабо защищает от пуль. Против, а также винтовочных пуль и пуль среднего калибра. Ё-моё. Очень эффективно защищает от пистолетных пуль, также винтовочных пуль и пуль среднего калибра. Менее эффективно против тяжелого стрелкового оружия, снайперских винтовок. Блин, я же мог одеть сталь. Можно же сталь было одеть, ребят. Шлем кевлар тоже можно было на титан поменять.
Да, передвижение у меня будет меньше, но... Слушай-ка, дай-ка я это... Передвижение у меня будет меньше, но... Как бы бегать я буду медленнее, да и насрать. Зато умирать буду дольше. Насрать везде сталь... А, нельзя. А кевлар можно? Ага. А здесь титан можно? Здесь титан можно. Насрать то, что я передвижение будет медленно. Я про это что-то вообще забыл, ребят. Так, здесь керамика стоит, а здесь титан. Ну, пускай так стоит. У стрелка что у нас? Давай, сталь, везде всем титан. От хедшотов мы будем не защищены, да? Ему, понятное дело, снайперу сразу все максимум. Хотя, наверное, с кевларом лучше бегать, чтобы не ваншотило. Наверное, так. У нас все, короче, будут перегружены. Вес экипировки будет большой, бегать будем медленно. И все, короче. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии, когда-нибудь будет. Всем до встречи, всем пока.